Друзья мои, ура! У меня вышел новый альбом, называется «Аудиозаметки». Свайпайте наверх, чтобы послушать песни. Это совершенно новое звучание. Я в таком звучании и такой музыки еще не делал никогда, поэтому мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Свайпайте, слушайте и делитесь со мной своими сторис. Я буду смотреть на вас. Ну, привет. Я не знаю, что бы я делал без тебя. С кем бы я просыпался, опять ненавидя себя. Можно я привяжу тебя так, чтобы ты не ушла? Можно я прошепчу тебе утро? Шорохи там в темноте. Ты не бойся, они нас не видят. Прячься тихо на глубине. Тебя больше никто не обидит. Баю, баюшки, баю. Среди ночи я приду. А ты танцуешь. Отнесу тебя на руках. Только ты скажи еще раз мне, что любишь. Как последний раз. Поцелуй меня, не закрывая глаз. Как последний раз. Засыпай, мой ангел, на моих руках. Я целую тебя прямо в татуировку. Как мне нравится на тебе моя толстовка. Ты все, что я люблю. Мама, все пройдет. Только не грусти. Я твою улыбку рисую по памяти. Мама, все пройдет. Забыли ты твоих стертых колен. Иди ко мне, как последний раз. Поцелуй меня. Фанатка. Где-то в маленькой квартирке в спальном районе. Родители и мы трое в еще пустом семейном альбоме. Я сотни раз просыпался здесь. Было о чем мечтать, и нечего было есть. Когда ты хотела стать скорее взрослым. Бог не уверен в меня. Мама, все пройдет. Только не грусти. Я твою улыбку рисую по памяти. Sure.